Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Завершают свой сезон парки Самары. В эту субботу в 12:00 в парке имени Юрия Гагарина начнется «Парк-фест». Целый мир развлечений в одном месте, обещают организаторы. Выставка автомобилей, музыка, танцы, детская площадка и арт-резиденция, а также маркет самарских мастеров и маркет еды. Для вас конкурсы, подарки и отличное настроение. В эти выходные сразу в двух торговых центрах Самары пройдут масштабные ярмарки и шоу-рум. В амбаре запланирован шоу-рум одежды и аксессуаров V-Seasons в программе 17-го фестиваля моды «Поволжские сезоны» Александра Васильева. Ну а в Меге вас ждут самарские мастера хендмейда и их уникальные изделия, украшения и сувениры, одежда и аксессуары, а также винтаж. Как давно вы были в кино? А в театре? А что если соединить кино и театр? Получится шедевр. Сегодня в кинозале можно увидеть не только фестивальные ленты, побывать в мировых музеях и на лучших концертных площадках, но и поприсутствовать на спектаклях именитых мировых театров. Кинотеатр «Вертикаль» в Самаре приглашает вас на эксклюзивные показы в рамках театрального киносезона. Ракурсы, крупные планы, высокая четкость изображения. Театралы оценят. 15 октября в воскресенье в 15:00 смотрите комедию «Ошибок» постановку Шекспировского театра «Глобус». Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.